22 января в 15:00 Донбасс-опера представит полюбившиеся зрителям уникальные одноактные балеты «Болеро. Шах. Мат» Мариса Равелли и «Танго. История любви» Астора Пьяццоллы в авторской постановке Вадима Писарева. Глубокая философия шахматной игры со множеством комбинаций в сочетании с чувственной историей любви и страстным танго нашли свое выражение в неоклассической хореографии. Здесь танцуют все – тело, душа и даже декорации –